Біз мұны бүттін ауыз тұрып, дәне басқойшын сабан көйдеп, иғлан тегізінді, айна? Құлай бүтін дебаға. Ол бүттіндері бойынша поддерживается и не поддерживается. Если поддерживается, то менің неген айты, біз ол шағында икінші елға сабан көйларына бәрекейгіне дарыны пандатын өзгісті. Біз әйтірге тегеш, сені мұнда сабан көй, сені мұнда сабан көй, сені мұнда. И дәне басқойшын сабан көйлға айты, институтда өзім үзім келешен, әмсіздің бар өзіктәшілерді әшінда шақырып, творческий коллектив там не добавляем, можем не обсудить время оставить на полностью переваривание, тогда уже я готов приехать и на Камчатку в ближайшие там месяцы, выйти на губернатора, мэра города, для того, чтобы мы уже провели первый орган. То есть мы можем декларировать все, что угодно, хорошее и красивое. Вопрос их исполнения, да? Второй, это наш любимый актер Юрий Никулин. Он говорил, если ты сделаешь одного человека счастливым, значит весь мир будет счастливым. Также здесь мы можем призывать всех на что угодно, но мы руководители, мы сначала сами все это должны сделать. Вот я выступал на уровне Российской Федерации на вице-премьер «Голодец». Учитывая, что я веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом, и мне попросили перед министром выступить, как здоровый образ жизни влияет на людей и всех остальных. Вот такой же курал, очень большой, министр российского уровня, 85 вице-губернаторов сидят. Я выхожу и говорю, поднимите, пожалуйста, руки те люди, которые знают свое давление и каждое утро мерят. Потому что по половине здравоохранения после 40 лет ты должен утром встать, измерить давление и его написать. Второе, я говорю, скажите мне, пожалуйста, уровень сахара, кто знает, сколько у него? И второе, сколько должно быть. Третье, холестерин. Сколько у тебя, сколько должно быть. Из 150 человек, буквально пару человек поднимаем. Говорят, вы знаете, мы все начальники. Мы всех учим, как правильно жить. Как вести здоровый образ жизни и тому подобное. А на самом деле, мы сами этого ничего не делаем. Теоретики. Ты начни с себя. И когда мы говорим, сабанту или кружки обучения, если вот мы начнем, это вот мы вот собрались, большое озеро. И вот у нас здесь 30 человек, каждому дали маленький камушек. Мы можем это кинуть в одно место, и эти пойдут по-разному. Оставить 30 разных мест и кинуть, и вот эту волны будут пересекать всем остальным. Мы можем собраться, в каждом случае призывать. Ребята, а давайте вот так сделаем. А вот, вот так сделаем. Это здорово, присутствует. Но давайте мы посмотрим, а что мы на самом деле сделали. То есть и первый раз, второй раз мы к этому будем возвращаться. Призывы это очень здорово, но мы должны создавать определенные стандарты, системы. Вот я сделал вот это, коллеги, вот эта проблема была, вот эта проблема была, я перешагнул его, а у меня сегодня вот это стало. И поэтому, ребята, я это прошел в течение 2 лет. Если вы пойдете по моим стопам, вы это сделаете за 1 месяц. Почему я говорю вот на примере Сахалина с Сабантуй, все приехали, и почти все приехали, поддержали. Вот за Канем сказал благодарность. Сегодня отдаем Камчатке. Если это становится нашим общим делом, ему здесь уже советы не нужны. Мы тогда должны сказать, мы все поддерживаем. С этого момента сахалинский пример берется за основу. Приняли решение, каждый год мы все вместе собираемся, проводим сабантуй. С меня вот это, с меня вот это, с меня вот это. И все вместе собираемся и делаем общий праздник. И я специально изготовлю флаг сабантуй, потому что у нас по стандартам сделано. Его сделаем, привезем, и к концу сабантуи, когда все выйдем награждать, в торжественной обстановке Хабаровский край по учтенности передает флаг сабантуи такому-то региону, и на следующий год все туда едем. И каждый раз, вот тоже пример такой приведу, есть набережные Челны, где я мэром города работал, есть пригород Тухаевский район. Лет 8 назад, я когда туда приехал на сабантуи, глава района сидит, я мэр города, сабантуи идет, народу почти нет. И все, кто на торжественном открытии по сценарному плану, выступают челнинцы. Деньги заплатили, сценарный план написали, 40 минут, все, люди так нет. Я говорю, а вот Василий Горьевич, хочешь, я тебе совет дам? Он какой? Вот сегодня сабантуй проводишь, завтра собери всех руководителей сельских поселений и поставь задачу. Вот на следующий год 2 сельских поселения на открытии ставят 2 номера по 5 минут. Вот это дело репетируете, костюмы шьете, и так каждый раз. Пока все сельские поселения не выйдут на круг, потому что у тебя поставлен номер есть,
костюмы шиты. И самое главное, деревенский дух. Если дети, папа, мама будут выходить на Майдан, значит, все деревни приедут на открытие. У тебя сразу двух зайцев убиваешь. У тебя готовая программа, и все трибуны забиты. И вот я через 8 лет прихожу, в этот день Сабантуй Челну и Тукаевского района попали вместе. Если бы он эту систему не сделал, вот у него Сабантуй. А там просто некуда упасть, потому что в кругу дети, сватья, жены, родители, а по краям все свои. Вот мы тоже так же, если мы начнем вот все вместе варить наш большой пирог под названием «Татар-Тыле», «Татар-Иле», тогда будет очень сладко. Приехали, поддержали коллегу. В следующий раз другой что-то придумал, еще больше сделает. Это вот только на примере Сабантуй. А все остальное же можно? И вот когда мы говорим «работа», когда мы говорим по Всемирному конгрессу, она должна быть по вертикали, связанной с Казани, федеральным центром, и должна быть по горизонтали. Города там очень близкие, там независимо кто с кем, значит, окружные. Вот если мы вот здесь будем ходить, тусоваться, все это организовывать, обмениваться опытом, это будет вообще шикарно. Мы буквально за короткий период перешагнем такой отрезок, потому что стандарты есть, понимание есть, как это делать есть, у кого надо пример брать. Есть все, то есть однозначно. Я в данном случае еще раз говорю, я никого не пытаюсь обижать, не поставить на место, не это. То есть я вот говорю, исходя из опыта, и что мы все вместе видим. Воздействие для этого, я всегда был поражен в той работоспособности руководителей Татарстана. Смотрел, помните, конечно, сколько энергии, сколько труда, сколько да, приезжал. Вот сейчас смотрю на Сергея, полчаса его слушал, столько динамики, сколько энергии он нам привез. Да? А не тем не менее, там, не отдыхал, еще. Поэтому этим дорожить надо. Постоянно дает репортажи и какие мы мероприятия. Проходит у нас в Приморском крае, вы знаете, они оперативно ложатся, показываются на ДНВ. Также мы с БСТ российский канал в этом году, нет, в прошлом году дал Оксане, наладили работу, но этого недостаточно, это мы просто говорим о праздниках и как бы мероприятиях, которые, но корреспондентский пункт. На Дальнем Востоке я так понял, или как не пьем. На округ пока нет. На округ, да. Ну это, конечно, будет хорошо. У нас еще вот, за время оформления мы делаем не так, практически за позвонили по ходу. Немножко по высоте движется проверка. То есть два проектировщика поменялись и три проверка. Но мы все это прошли, это шло через обсуждение, где-то что-то кого-то не устраивало, кто-то там, где-то нас что-то не устраивало. Ну, это рабочие моменты. На данный момент проект уже, ну, на 98%, я скажу, если, да, если я буду прав. Вот он уже практически готов, 10 октября должен выйти проект, экспертизу пройдут в Татарстане, и мы выйдем уже на решение, на получение разрешения на строительство. То есть это уже проект, можно сказать, подошел к практической реализации. Ашилер, хотанар, кастрюлярда, баранга пшираля, ит пшираля. Харвамтада брекеля, все равно бутылка таркеля, мнекеля, камерошек пияла, ойлялер утра, балалар, мандасухан, пия, ит, баранге, брекеля, салон. А когда это в рамках приличия, там, то есть мы не говорим, что это должен быть абсолютно безалкогольный, мы мусульманские санатории проводим, где уже категоричная форма намаз гуля, а была и народное гуляние, если, конечно, культура позволяет, и моторная кенда, мы, конечно, должны призывать. Все красиво. Да, все должно быть красиво, с большим уважением к обществу. Я вкратце скажу, что из себя представляю, потому что по мне обычно всегда вопрос, какие-то интересные ставите. 25 лет Всемирного конгресса татар, с 92 года я практически была в форме, работала с конгрессом. Большой опыт работы в Новосибирске, национальный культурный центр у нас был. Потом автономия. Вы знаете, есть, конечно, опыт, и мне очень приятно, что все-таки благодаря, наверное, Новосибирске, я попала на Камчатку. И Камчатка – это край благодарный, и красные люди, замечательные. Поэтому
я с гордостью взяла не просто сама лично, взяла эстафету Дальневосточного второго Сабантуя. Было согласовано с агентством внутренней политики. Мы общались, мы сможем ли провести как бы. Потом, приехав уже после Дальневосточного Сабантуя, меня пригласили правительство Камчатского края, разъема на агентство внутренней политики. У нас содружество национальное. И мы обговорили, да, мы сможем ли взять и как бы, да, все, поверьте, я думаю, что как провел Сахалин, Камчатка тоже на таком же уровне проведет Дальневосточный Сабантуй. Благодаря, конечно, вот нашим коллегам с Изнаградовства, потому что мы проводить будем Дальневосточный, второй. И очень хочется, чтобы Дальний Восток тоже всегда звучал. Письмо поддержки проведения в случае победы по заботливости директора департамента внутренней политики Приморского края Евсеевич Павел Евгеньевич. А вот вы проводите Камчатку, я сейчас в шок, я первый раз слышу, как вы с кем согласовали, интересно. Почему меня же Рустам Жукирович не говорил, не поставил известность. Как вот понимать, как вот у нас вот непонятно получается. Мне важно, потому что я руководитель организации. Если кто-то из моих принял такое решение, я... Представьте себе, вас обеспечили. Да, приглашали и его пригласили. Еще есть один делегат, он с США прилетел, но опаздывает. Поэтому приглашали его. У нас есть первые лица, которые уполномочены, и есть заместители направлены, поэтому мы пока друг друга еще очень слабо знаем. Но... Организаторы пригласили. Какие средства проводятся? Вот мы, например, грант взяли городской проект, краевой. Сейчас написали мы президентский грант, там все очень хорошее. Я согласовал, Рустам Шикуровичем говорил, что мы собираемся. Я разговаривал. Новоизбранные председатели. Следующий лидирует 25 лет. Камчатка 25 лет. Это факт. Магадан. Я вот такой. Вот тоже следом идет. Дальше идет. Сахалин, Камчатка. Сахалин, Хабаров, по-моему, 6 или 7 лет. Дальше. Единственное, я не понял. И в общем оконцовке мы ждали, ничего не дождались. В общем, вышли 29 апреля 2009 года, мы организовали Дальневосточный Сабантуй. Куда входит он? Закия Валитова, куда входит Нурдин, куда входят все люди, которые, ну, которые на самом деле, мы там далеко не простые, которые на самом деле болеют за свое, да. Но, скажу, началось сразу. Я на самом деле сам приехал, буквально тоже на 2-3 часа, у меня просто времени нет. Растягивать надолго все эти вопросы, которые накипели за многие годы, да. Началось что? Мы организовали ДВКТ, мы дали информацию, мы цели с Марсом, Викторович, сотрудничаем хорошо, но началась подача с Казани. Когда, допустим, приходит письмо, уважаемый Рустам Шукурович, представитель Дальневосточный край, Татар, Комсомольск на Амуре, тебе даем фото на что-то, допустим, на что-то. Уважаемый Туктаров Сергей Исмаилович, тебе даем фото на что-то. И начинается всем, получается, и мы не знаем, нужны ли мы. И получается, у нас ДВКТ, МКТ, у нас, по сути, и легитимность вашу практически, она и, ну, русским языком, просто она, похерена, будем так говорить, я прошу прощения, такие слова. И поэтому этот ДВКТ, о котором сейчас говорите, он не существует фактически, он все только документально. А так как таково, единственное, что мы есть ряд людей, которые, допустим, которых я роднею за свой, я состоятельный бизнесмен, я также свои личные деньги, никого никогда не просил, на Сабантуй, у меня каждый день, каждую пятницу, на протяжении 22 лет, или 4 лет, да, приходит бабушка, каждую пятницу. Выходит, пьют чай, я потом где шашка не ношу, это мой долг перед нашим татарским народом. Я же был, я знаю. Да, вы же все прекрасно все видели. Просто знаете, и тут получается, вот отсюда была первая беда, что получается, нас уже оттуда изначально разрозили. У нас уже, допустим, мы открылись на ВГТ. Ну, там все больше, я за первым поговорю на Дзюшу. Да, Дзюш, вот я готов с любым человеком, если кто-то меня... Ну, я кому-то, соответственно, не нравлюсь, другой человек, кому нравится, кому нравится, у меня характер скучный, я такой, да, поэтому, тем не менее, мы всегда в Хабаровском крае, мы смогли и удержать дружбу,
И мы, допустим, я хочу сделать, чтобы в Сабантуй, у Туктарова Старобина лучше, чем у меня. Он тоже самое лучшее. У нас один. Два дня один. Мы не делаем, мы разделяем, мы не разделяем это. Но благодаря ошибке всемирным красотам вы нас не разрознили. Прошу прощения, Марс, это не ваше решение, да. Может, просто они победили даже, как сказать, где такой неграмотный шаг. Поэтому, разрознили в чем заключается? А? Разрознили, что вы только... Ну, если, допустим, нас приглашают куда-нибудь, к примеру, ну, раз есть единый центр, допустим, ну, к примеру, допустим, в России находят мероприятие некое. Ну, скиньте квоты в общий ДВКТ. Но если, допустим, вы, опять-таки, повторю за изначально, ведь всем было сказано, я вообще, честно, я не хочу заниматься этим представительством, не хочу, у меня нет времени, у вас 6 предприятий, я не успеваю, я приехал домой, я долго был 2 часа, опять в командировку, все, опять все прилетел. Я только что через 47 прилетел, я прав, мне не хватает этим заниматься временем. Но я готов помогать, готов стать рядом, готов давать деньги по возможности. Любому человеку, вот человеку на портфель, пожалуйста, с печати, пожалуйста, будь добр, печать в храме нашем, Я правильно понимаю, Рустам, из вашего разговора и то, что вы сейчас говорите, есть два понимания, да? Каждый руководитель, который находится здесь, это самостоятельная автономия города или края. Значит, они самостоятельно, абсолютно, ни ВКТ не подчиняются, ни вам не подчиняются, это не согласно закону. Если даже попытаемся какие-то соглашения подписать, суд их признает ничтожными, потому что мы консолидировали. Это первое. Второе, вы говорите о том, что создали Дальневосточный конгресс татар, значит, и заявили об этом, и, значит, если это Дальневосточный конгресс татар, фактически, наверное, большинство наших автономий туда должны зайти, и, возможно, даже согласие Всемирного конгресса тут татар не надо, поставить и сказать мы. Единственное, вот каждый руководитель, который находится здесь, должны сказать, да, эту систему мы поддерживаем, да, будем работать эту систему, да, этому мы председателя работаем, да, мы ему отдаем все доверенности и работайте, пожалуйста, через них. Если это будет принято, с сегодняшнего дня я перестаю встречаться вот со всеми руководителями, которыми здесь есть, мне нет необходимости, да, и появляется один человек, с которым я начинаю встречаться и работать, и этот человек в дальнейшем будет проводить идеологию, то, что я хотел, вот встретишь с этим. Пожалуйста, примите. Это вы можете, это другое может быть. Я же правильно понял, да? Не совсем. А не как? Совсем, а как все? А как? Не стоит, допустим, всегда вот эти дьяволы и детали. Ну, когда вот создавался этот конверт. Коллеги, давайте вот мы сразу, мы научимся протокольно работать. Вот эти все вопросы решили. Давайте мы сразу его протокол включаем. Давайте для себя дальнейшую форму работы выберем. Да. Сколько нам надо времени? 10 дней, 20 дней, 30 дней, чтобы вы у себя провели все необходимые, потому что это автономия согласно федерального закона. Если это директор уполномочен, без проблем он сразу может дать. Если ему надо собрать автономию и большинством голосов, это решение надо принимать, потому что директор же свои полномочия, часть полномочий временно отдает ему к исполнению, и через него будешь работать. Вы принимаете решение, вот мы должны сказать, что в течение 10, 20, 30 дней принять решение по каждой автономии, которые есть, и предоставить или ВКТ, или по месту проведения, как или руководителя. Да, то есть мы говорим о том, что автономия татаро-башкирской там, Камчатки согласна, мы входим и предлагаем кандидатуру такого-то. И все. Потом все эти протоколы собираются, и большинством голосов, которые было принято, или квалифицированным большинством, принимается решение создавать или не создавать. Если не создавать, автоматически отпадает фамилия. Если создать, то появляется фамилия. Но здесь есть немножко казус. Он уже создан, он уже работает. Но кто туда вошел и как работает, которые дали, они уже дали свои голоса и директор избирает. Это касается тех, кто... А сегодня в составе Дальневосточного конгресса сколько автономий? Каждый день, каждый месяц. У нас на столе не представляете? Нет. Мы про Дальневосточный, про Рустам мы говорим. Он же у нас там ходят Хабаровская ходят, получается. Это Комсомольская, потом Нулядина, получается, Находкинская. Да? Я сейчас и лицо там захожусь. Я как частный там захожусь. И вот за Пьязник делаю. Я как частный лицо. У нас в Сахалине несколько организаций. Давайте руководить.
Крыса там дальневосточная. Да, мы про это говорили. У нас получается в Приморье несколько региональных, как и на Сахалине. А у нас есть уже краевой национальный культурный центр. Муниципалитета, субъекта России, так же здесь. Мы говорим, если мы Приморский край, Хабаровск, Красная Камчатка, Сахалин, Фёдор-Тарлис, и мы создав региональные, это делегируются люди, создаются руководители, и они полностью ведут эту работу. И вот все руководители, которые уже созданы региональными, или они, или своих представителей отдают на Дальневосточный конгресс, куда входит, и это уже вот она работает. То есть есть муниципальный уровень, есть региональный, и есть высокий уже окружной. Нет, да. Если получится так, что вот, например, есть 5 муниципальных организаций, из них 3 выбирают одного регионального, значит, а 2 выбирают другого регионального. И как это все? Как это коллизию? А что это так? Надо работать, значит. Может, на самом деле, тут надо, может, и вам пожелать. Я попрошу, Геннадий, посадите меня с кем угодно, кому я готов извиниться, готов чисто сказать, с любым человеком. Я готов работать во благо созидания. Сегодня 28, завтра могут быть 32, завтра могут быть 26. И у нас единственный один момент есть в этом, но это опять тоже в рамках закона его невозможно решить. У нас был определенный спорный момент Гельмутдиновым, который является председателем автономии как бы на российском уровне, депутат Государственной Думы и Всемирный конгресс татар. Здесь автономии были, здесь конгресс. Вот определенная соревновательность была, но сейчас по новой структуре и Гельмутдинов, и Закиров являются моими заместителями. Я их руководитель. И поэтому, как бы вот точка, которая могла нас развести с точки зрения автономии, а вы конгресс, для меня без разницы. У меня и автономия, у меня и конгресс. Моя задача поддержать любого татарина, который хочет делать доброе дело для татар. Это или как физическое лицо, или как автономия, или как представительство ПКТ. Все, у меня другой задачи нет. Я и сказал, поэтому моя задача поддержать и поощрить. Вот основная задача. Все, я это и буду делать. И для меня нет белых, черных, красных, горячих, не совсем горячих, полугорячих. Нет, не принципиально. Я приехал, я знаю, куда иду. Я знаю, что мы будем делать. У меня нет списков, я их не составлю. Поэтому с удовольствием буду приезжать. Вот эта форма, которая есть, я его ставлю. Вас встретить. Да, я с удовольствием. Я приеду и первое дело начнем встречи с вами. Я вот эту форму сам предложил, потому что нам надо было собраться, нам надо обсудить. И это первое. И у меня тоже, вот когда мы говорим опыт, и у вас опыта нет, у меня. Я приехал, сказал, ребята, давайте соберемся. Не для того, чтобы вчерашний день обсуждать и кому-то башку кромсить. Мне нет. Мы пытаемся создать завтрашний день. А как вот мы все вместе можем ходить друг друга на чаепитие, когда на улице кто-то появляется, Русланы, Закияли, Нурисланы, ворота все открываются, заходи ко мне чай пить, друг мой, ты идешь, а не так, что дверь закрыл и собаку отпустил от цепи, потому что не дай бог зайдет. Вот наша задача это. То есть мы пришли, я прошу вас, коллеги, после этого еще раз подумай, цели и задачи. У нас задача одна. Мы татары. Если мы сами себя не будем поддерживать и вести вперед, за нас это никто не будет. Да, ни с одним входом не будет. Но спасибо и Татарстану, то, что ежегодно, в течение уже, по-моему, сколько, 10 лет, идет активно, нас банкуют, поддерживают. Это наш национальный праздник. И в этом плане, конечно, ну, хорошо, толчок. Но повторюсь, вот где проблема в кадрах, когда не хватает людей, потому что даже порой за деньги, за большую зарплату не привлечь нам сотрудников, ну, в разных специальностях, врачей, учителей, поваров, не хотят приехать, потому что это регионы отдаленные и своеобразные, ну, это как острова, да, получается, если у нас связь только с самолетом. По дороге это нереально уезжать, 8 тысяч, 6 тысяч километров от нас, допустим, в Москве, 8 часов полета, от Камчатки до Москвы еще дальше, у них вообще дороги нет. Вот. А по дороге, если ехать то, до Москвы, то это все около 80 тысяч километров проехать. Поэтому есть.
находишься вот в этом сложности. Душа. Есть только душа, которая знает, сколько тебе лет и что надо делать. Поэтому я убедительно прошу, вот первое собрание, которое мы здесь провели, несмотря на то, что мы очень много проблемных вопросов обсудили, при этом молодцы, никто никого не обвинял и косым взглядом не смотрел, я убедительно прошу, чтобы вот эти форумы всегда проходили в позитиве, чтобы мы сюда с удовольствием ехали, потому что я узнаю что-то новое, я узнаю это, меня послушают, у меня вот это будет, то это будет. Тогда у нас всегда будет желание приезжать сюда встречаться, потому что каждый раз ты уезжаешь сюда легким сердцем, а не тяжелым, больным отсюда. Потому что это, оказывается, не решается, это, оказывается, плохой. И вообще, я сюда приехал, мне надо было волейбол, мы по этой системе работать не будем. Поэтому заранее только позитив, только хорошее. Все то, что нас объединяет и делает сильным. Мы свои слабые стороны, как мы всегда говорим, ссоры из не надо выносить. Вот сюжеты, мандак полдарда, значит, и начинаем опять заново все начинать. Я знаю, что у каждого есть свои вопросы. Я знаю сумасшедшие проблемы, которые присутствуют. Хоть мы здесь живем, хоть мы в Татарстане, везде она.